Жительница Филиппин Сандра Пинеда выложила в соцсети фотографию одной из своих собак и неожиданно открыла интересный спор. Пользователи сети не могли определиться, что или кто перед ними настоящая собака или статуя. Для Сандры это было очевидно, и она была в замешательстве. А произошло это из-за внешнего вида питомицы по кличке Пайпер. Собака была совершенно лысой и даже блестела на солнышке, словно обыкновенная городская статуя. Только у нее не было затертого золотистого носа или лапки чтобы уже до конца соответствовать бронзовой скульптуре. Хозяйка очень повеселилась и показала, что Пайпер живее всех живых и уж точно не привыкла быть без движения. Девушка поделилась фотографией своей питомицы, а пользователи сети подумали, что это статуя. Пайпер собака породы Ксалайц Куинтли, и их отличительная черта это полное отсутствие шерсти, но это не делает ее менее привлекательной. Хозяйка взяла ее весной 2018 года, чтобы ее бастон-терьер по кличке Райли не скучал и обрел нового друга. Из-за полного отсутствия шерсти собака действительно похожа на бронзовое произведение искусства. Сандара думала, что пользователи сети шутят над ней, принимая собаку за статую. Но на самом деле она очень подвижна и с удовольствием играет со своим пушистым другом по кличке Райли. У них даже есть своя страничка в Инстаграме, где можно увидеть их веселые игры. Пайпер почти год живет со своей хозяйкой и тот тщательно ухаживает за лысой шкуркой своей питомицы. После души ее натирают кокосовым маслом, от которого кожа выглядит блестящей и шелковистой. Хозяйке было лестно узнать, что ее питомицу приняли за произведение искусства, это очередное доказательство, что лысые собаки так же красивы и привлекательны, как их пушистые сородичи. А представляете, насколько в доме меньше шерсти, то есть ее совсем нет, а собака есть. Это же прекрасно, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.